Жили-были влюбленные мальчик и девочка. Ну и котик у них был очень классный. Как вдруг приехал, не пойми кто, выстрелил с большой пушки в нашего мальчика, забрал девочку и уехал. Наш мальчик удивился, но быстро сообразил, что нужно бежать вслед за ними. Всем привет, ребята! Новая игра, которая называется «Приключенческий рассказ». Ну или «Adventure Story», если по-английски. В ней мы будем играть за этого доброго мальчика, который должен будет освободить свою возлюбленную, похищенную злодеем. Эту игру я выбрал не случайно. Мне посоветовал ее один мой подписчик. Спасибо за это ему огромное. Надеюсь, он услышал меня. В общем, мне эта игра очень понравилась. Она яркая, красочная, похожа, кстати, на игру про ударный отряд котят. Ну и в ней очень много интересных моментов. Ну, например, наш мальчик может кувыркаться, сражаться, делать несколько там, различных ударов, приемов. Ему можно покупать всякие улучшения, одежду, умения, магию. Ну, много-много всего. Поэтому я думаю, что эта игра вам понравится тоже. Ну что, поехали изучать ее. Открываем все сундучки, потому что чем больше монеточек, тем больше мы сможем купить для нашего мальчика улучшений. Кстати, что я все мальчик да мальчик, ему нужно придумать имя. Надеюсь, вы мне поможете, ребят, и напишите в комментариях свои варианты имени. И тогда к следующему видео наш мальчик уже не будет безымянным, а будет с настоящим именем. Жду от вас комментариев. Ну что, первый этап первого уровня мы прошли, перешли на второй этап. Мы еще, так скажем, обучаемся. Ху, вот как умеет наш мальчик. Мы разбиваем разные вот эти вот всякие мишени, из которых у нас... Ух, как классно он умеет. Из которых у нас вылетают то сердечки, то монетки, ну, всякое-всякое. И это нужно успевать собирать, потому что если мы не будем успевать все это собирать, оно просто-напросто исчезает. Так, ну-ка давай повыше запрыгивай, мальчик. Юху! Как мне нравится, как он так крутится, сальто с мечом. Ух, не хотел бы я близко подходить к нему. О, это я сейчас стрельнул магией. Наш мальчик умеет использовать магию. Ну, потом я еще вам покажу, когда появятся первые злодеи. Можно прицеливаться и стрелять. Второй этап первого уровня тоже прошли. Третий этап. Так. О, сейчас мы стрельнем из... с помощью магии огнем. Пуш, вот так, круто. И добьем это все с сальто. Вот это класс. Мальчик, ты очень классный и крутой. Вот так, вот так. Когда он прыгает и бьет мечом, ну, крутит сальто, он не падает, если рядом что-то есть. И это очень классно. Представляете, как он будет врагов крушить? Ух, бедные враги. Им, наверное, не поздоровится. Так, а пока мы вскроем все сундучки, нам нужно запастись богатствами и изумрудиками. Но нам же нужно становиться сильнее. Чувствую, что этот мальчик-злодей нас будет поджидать со всякими ловушками, препятствиями, своими злыми машинками. А нам нужно быть к этому готовыми. Нам нужно быть сильными обязательно, ребят. Тиху, вот так, все мы выбиваем. О, котик. Конец написано. Так, сундучок скрыли. О, там еще сундучок за котиком. Давайте сначала его возьмем, а потом возьмем нашего котика. Интересно, а почему... А, я понял, почему котик в конце уровня. В общем, наверное, наш котик бежит к концу уровня, показывает нашему мальчику дорогу. Но он вместо собаки след взял за нашей возлюбленной. Наверное, так. Так, мы зашли в гардероб нашего мальчика. Пока в нем только один набор. Это шапка пиратская, пиратский жакет и меч обычный. Пока под вопросиками ничего нет. Это, наверное, мы должны собирать в других уровнях. Так, а теперь мы зашли в магазин, в котором можно купить улучшения для нашей магии. Можно восстанавливать здоровье, увеличивать удар мечом. Так, что-то еще.
молния, а, огонь, он у нас есть первый уровень. Купим давайте заморозку. У нас есть денежки для этого. Теперь мы можем и замораживать, и огнем стрелять. Ну что, у нас следующий уровень называется лес желеек. Вон они, желейки. Это фрукты такие, то ли слизь, то ли желейка. Ну, в общем, нам нужно их побеждать. Вот они, начинаются эти препятствия, которые создал мальчик-злодей. А мы их сейчас магией. Бу-бу, получили. Еще раз, мало вам. На тебе еще вот так посерединке. Тыщ. Один маленький готов и второй готов. Класс. Да сколько же у вас тут есть? Всех порежем на салатики фруктовые. Кстати, ребят, кто любит фруктовые салатики, подходите. Наш мальчик сейчас вам нарежет. Они очень витаминизированные. Как раз весной в самый раз, чтобы быть здоровыми и не болеть. Так, чемоданчик открыли. Ох, открыли, а мальчик наш радуется. Ура, я открыл чемоданчик, ура, ура. Ладно, давай, мальчик, беги вперед наверх. Сюда. Прыгаем. Еще раз. Ух, как аккуратно. Ай, свалились. Надо быть аккуратными. О, а за нами вот этот вот желейка спустился. И второй еще раз в кустах поджидал. Знаете, всем вас, всех вас мы накажем. Так, да что ж такое? Второй раз не смогли запрыгнуть. Третий раз точно запрыгнем. Давай, мальчик, будь аккуратным. Раз. И опа, молодец. О, еще одна желейка. Спит. Сейчас мы ее разбудим. Ай, чуть не упали в самый низ. А теперь упали. Да что ж такое? Ладно, четвертый раз запрыгиваем. Сейчас точно не упадем. Раз, два, три. Так, пооткрываем сундучки. Ух ты, здоровье восстановили. Самое большое сердечко взяли. И еще один сундучок. Что здесь? Здесь 10 очков опыта. И на облачко получай, желейка. Классно, здесь можно ходить по облакам. Только недолго. Они растворяются. Ну ладно, успеем монетки пособирать. Раз. И на второе облачко. И... Ай! Не успели одну монетку собрать. Облачко растаяло. Ну, попробуем еще раз забраться. Может быть, оно опять восстановилось. И соберем тогда монетку. Да, оно появилось снова. Прыгаем на него. И дальше прыгаем. Ай, ай, свалились. Ух ты, чемоданчик и желейка. Так, снова нам нужно будет залезть на облачко, чтобы спрыгнуть на чемоданчик и открыть его. Нет, мальчик, так не допрыгнешь. Нужно залезать на самый-самый верх. Так, я смотрю, ты стал более ловким. Прыгаешь уже поувереннее, молодец. Ух ты, 10 фунтов взяли, класс. Переходим на следующий этап. Этап 2-2. О, смотрите, вон, видите, глазки в дереве сидят. Это желейка спряталась. Ух, какой вредина. Поджидает, прячется. Ну, сейчас мы тебе покажем. Вылезай. На, получай. Получила? Будешь знать, как прятаться и поджидать. Ах, вас сколько здесь. Еще одна зеленая. И красные вишенки. Ну-ка, идите сюда. Мы будем делать из вас компот. Ну, или джем. Ну, много чего из вас можно сделать. Ребят, кстати, кто из вас любит блюда из фруктов? Могу поспорить, что все. Потому что это желе, это джем, это компотики. И что еще? Если я что-то забыл, то напишите, пожалуйста, в комментариях, какие блюда из фруктов вы любите. Буду очень рад прочитать их. Ух, сколько желеек на меня напало. Получите, получите, все получите. Есть, справились, сразу с тремя сражались. Молодец, мальчик. Теперь спрыгивай аккуратно, только не провались. И собери все монетки. Так, и еще две. Так, нас там красная вишня поджидает. Эй, просыпайся, мы сейчас к тебе вернемся. Ладно, пока пойдем пособираем. Ой, аккуратно, мальчик, пожалуйста, аккуратнее. Пойдем пособираем монетки. Да что ж такое? Не так-то и легко нам прыгать ровно. Прям на островки. Но нужно стараться и быть аккуратным. Ах ты! Опять прячутся. Ух, уже эти зеленые. Как они мне не нравятся. Сидят там в деревьях, а потом тебе на голову раз и свалились. Ну ладно, будем аккуратнее.
Сейчас мы тебе... Где ты там? Ага, вон он ты. Сейчас мы с тобой расквитаемся, будешь знать. Как прыгать на голову людям. Ишь ты. Так, теперь, вишенка, твоя очередь. Ну-ка иди сюда. Хватит спать, получай. Уф, чуть сами не свалились. Так, все, переходим на следующий этап. Третий этап второго уровня. Ого, что за злющий пень. Он чем-то выстрелил в нас, а мы в него огнем. Мало тебе, на еще раз. Ух ты, два раза магии выстрелили, и он все равно жив. Сейчас мы тебя заморозим. Получай. Отлично. Все, три раза им было достаточно, и пня больше нет. И старая наша знакомая желейка, а еще одна сидит в кустах. Сейчас мы всем вам покажем. У нас много магии. Нет, уже мало магии. Надо набирать. Так. Ай-яй-яй-яй-яй, сколько вас? Мальчик, давай. Всех покрошил в салат. Молодец. Вкусный салат получился. Нет, наверное, нет, потому что там был пень. Салат из пня не делают. Ух ты. Мишеньки. Почему вы не разбиваетесь? Никак не разбиваются. Какие-то твердые мишеньки. На тренировке они быстро разбивались. Почему они здесь не разбиваются? Может быть, они не должны разбиваться? На. Никак не разбиваются. Все, я понял. Они, наверное, нужны для того, чтобы можно было запрыгивать наверх. Потому что иначе не допрыгнуть. Так, сейчас тогда мы будем запрыгивать наверх. Ой, там монетки, надо не забыть их взять. Вот так запрыгнуть наверх. Желейку эту победить. И вниз упала. Еху, вперед. Ой, здесь пень. Ай, желейки. Сколько вас всех тут? Зачем мы прыгнули сюда? Ну ничего. Получай. Есть. О. Ай, куда мы улетели? Видели, ребят, там был значок с черепом. Что это значит? Непонятно. Ой, опять улетели. Да что ж такое, осталось всего 8 жизней. Мальчик, будь аккуратнее, пожалуйста. Пожалуйста, будь аккуратнее. Не спеши, ты вон уже мигаешь красным цветом. Просто собери монетки аккуратненько. Назад, еще назад. Вот так. И запрыгивай, и иди уже на финиш. И прыжок. Так, у нас мало жизни, поэтому мы к злодею к этому не пойдем. О, наш котик. Ух ты, и доспехи взяли. Есть, мы взяли котика, уровень пройден. Ребят, ставьте, пожалуйста, лайки, если вам понравилась эта игра. И тогда будет продолжение. Пока-пока!